Доброго дня, Олег. Это видео про ваш объектив и про одуванчик. Вот одуванчик сейчас на моем тестовом объективе. Запрограммировано фокусное расстояние 85 мм и диафрагма от 1,5 до 22. Вот он одуванчик. Он будет лежать отдельно в специальной упаковочке. И вот он ваш объектив Гелиос 40. Вот смотрите, напротив красной точки. Вот она, красная точечка. И здесь две риски. Вы видите, нарисованы. Отмечают, где должен быть одуванчик. Когда у вас будет цифра, черную краску между этими рисками надо будет с металла зачистить, обезжирить, потом обезжирить поверхность одуванчика и установить его. Если смотреть сверху, то вот таким образом средний контакт должен точно смотреть на красную точку. Слева будет один контакт, справа 4. Если смотреть с этой стороны, вот средний контакт ориентируем точно по красной точечке. Справа будет один контакт, и слева 4. И как раз передняя стенка одуванчика, не контакт, а именно граница передней стенки должна быть расположена по границе вот этой черной юбки. Ну, когда черная краска сотрется, вы видите. Итак, сейчас я упакую объектив и завтра отправлюсь в Словакию через DHL к вам в Нидерланды. Спасибо за внимание.